Золотой миллиард. Многие слышали это выражение. Что здесь имеется в виду? Вовсе не деньги, как могли бы подумать некоторые. За этой цифрой скрывается настоящая теория заговора и целая доктрина управления миром. По крайней мере, так было совсем недавно. Давайте с помощью наших экспертов попытаемся разобраться, что же это значит сегодня. Маргарет Тэтчер. Легендарная железная леди. Именно ей приписывают фразу, которая в российской прессе произвела эффект разорвавшейся бомбы. Целесообразно, по оценкам мирового сообщества, оставить проживать на территории России 15 миллионов человек. Эксперты до сих пор не уверены, произносила ли эти слова Тэтчер в 1991 году в американском Хьюстоне. Это было закрытое совещание, полная информация по которому до сих пор не обнародована. И все-таки «Железная леди» вполне могла сказать такое. Она была непримиримым противником советского строя и советской экономики. Именно несовершенство этой системы и имело в виду английский премьер. Так считает известный публицист Анатолий Вассерман. Он проводил собственное исследование и расшифровал смысл этой фразы. Во всем Советском Союзе, насчитывавшем тогда 300 миллионов человек примерно, только 15 миллионов человек занимаются чем-нибудь рентабельным по мировым меркам. Но в любом случае возникает вопрос, а что же делать с остальным населением? И кто будет решать судьбу этих людей? Задача России после проигрыша холодной войны – обеспечить ресурсами благополучные страны. Но для этого им нужно всего 50-60 миллионов человек. Эту фразу приписывают еще одному бывшему английскому премьеру – Джону Мейджору. И она как нельзя лучше вписывается в концепцию «золотого миллиарда». Что же это такое? Золотой миллиард – это термин, который используется журналистами для обозначения населения наиболее развитых стран мира. Страны Северной Америки и Западной Европы, Япония и Австралия. Их жителям повезло. Соединенные Штаты – это 300 миллионов человек. Это Европейский Союз – это еще там 350 миллионов. Это Япония, там порядка 130 миллионов человек. Это Австралия, Новая Зеландия, дальше немножко еще по мелочам. Все, вот, собственно, и есть золотой миллиард. Торжество закона и порядка, развитая система социальной защиты, доступное питание и жилье. Кажется, в этих странах построили то общество благоденствия, о котором так мечтали самые прогрессивные мыслители. Есть некая обеспеченная часть человечества, которая живет существенно лучше и всех остальных, и некого среднего уровня. Причем отрыв этот, он возник не сегодня, он возник уже достаточно давно. Но когда все остальные смогут жить так же? Чтобы на таком же уровне жил весь остальной мир, надо увеличить потребление природных ресурсов в несколько раз. Ну а поскольку Земля не резиновая, то и возникла такая теория, что можно прокормить всего миллиард человек, а все остальные лишние, и от них так или иначе надо избавиться. Эта концепция появилась в конце 18 века. Ее автор – английский священник и философ Томас Мальтус. Самая известная книга Томаса Мальтуса – очерк о законе природы населения. Мальтус предположил, что население планеты растет в разы быстрее, чем возможности человечества по использованию ресурсов. Был сделан вывод, что в лучшем случае спустя 1,5-2 столетия на Земле произойдет очень мощный социально-экономический, демографический, биологический и экологический кризис. Другими словами, планета будет не способна прокормить постоянно возрастающее количество жителей планеты Земля. О том, что на Земле слишком много людей, в 20 веке задумались и правители. И, как считают некоторые эксперты, приняли меры. Мировые войны – величайшие трагедии человечества.
только во время Второй мировой погибло более 50 миллионов человек. Но, как утверждают некоторые эксперты, это все часть большого плана. Сговор элит ведущих мировых держав. Попытки ограничить рост населения планеты. Депопуляция тоже решала некоторые классовые проблемы, помимо чисто экономических. Управлять 2 миллиардами людей значительно проще, чем 7 миллиардами. Римский клуб. Общественная организация, в которую входят всего 100 человек. Это политическая, финансовая и интеллектуальная элита мира. Римский клуб создан для того, чтобы заниматься глобальными проблемами, выживанием человечества. Организатор Римского клуба Аурелио Петчи, этот гуманист, писал о необходимости сокращения населения планеты Земля. Деятельность Римского клуба вполне прозрачна, но не вся. В конце 70-х годов 20 века группа лучших экспертов получила особый негласный заказ – сделать прогноз развития человечества. Выводы оказались шокирующими. Они изложены в книге с говорящим названием «Пределы роста». Все они были западные эксперты. Им заказывали доклады. В их представлениях мир втягивается в кризис, обусловленный нехваткой ресурсов при быстром росте народонаселения. По этим расчетам, пик кризиса должен был прийтись на начало 21 века. В Римском клубе не на шутку встревожились. 50 лет по историческим меркам – совсем небольшой срок. Сокращение населения. А как сокращать население? Как можно сократить население планеты с 7 миллиардов до 2 миллиардов? Ясно, что здесь гомосексуальными браками и генно-модифицированной пищей не обойдешься. Значит, надо перераспределить ресурсы так, чтобы одни имели доступ к этим ресурсам, другие в меньшей степени, третьи не имели вовсе. Отсюда уже выстраивается принципиально иное. Выстраивается иерархия человечества, стран, народов. Но в этот новый мировой порядок кое-что не вписывалось. Советский Союз. Ведь при социализме совсем другая шкала ценностей. СССР нужно было уничтожить. И поборники идеи золотого миллиарда разработали план, об истинной цели которого многие догадались лишь десятилетия спустя. Эта концепция была известна советскому руководству последнему, да, который вот, собственно, провожало тогда еще существовавший Советский Союз в небытие. И, видимо, существовали определенные межэлитные договоренности, или, точнее, псевдодоговоренности, на которые, видимо, купился и наш Михаил Сергеевич Горбачев, о том, что Россию каким-то там боком к этому золотому миллиарду немножечко там присоседит. Рыночная экономика, демократические свободы и частная собственность. Лидеры Запада требовали от руководства нашей страны перемен. Они этого добились. А что взамен? Возникла некая иллюзия, что мы можем войти вот в эту преуспевающую часть общества, договориться с Западом и, в общем, войти в этот условно золотой миллиард. Но что оказалось? Что никто Россию в новом виде, в золотом миллиарде не ждет. После распада СССР его бывшие осколки стремительно стали превращаться в источники ресурсов для западных стран. А в мировой политике с начала 90-х годов наступила новая эра. Эра передела карты ресурсов под нужды мировой элиты. По сути дела, этот золотой миллиард паразитирует или эксплуатирует оставшиеся там 6 миллиардов человечества. Но так ли на самом деле хорошо сейчас живут в странах золотого миллиарда? Большинство производств перенесены в Азию. Американский текстиль делают во Вьетнаме, японскую электронику в Китае. И даже знаменитую немецкую оптику на Тайване. А чем теперь заняться человеку в Европе?
большая часть населения стала лишней. Причем не только промышленные рабочие потеряли рабочие места. Особенно это в Европе видно. Потому что Соединенные Штаты имеют источники, другие источники для богатства, финансовую прежде всего систему. Для некоторых стран последствия оказались поистине катастрофическими. Кто не слышал о финансовом кризисе в Греции? Власти Португалии и Исландии не могут разобраться с колоссальными государственными долгами. Лихорадит Ирландию и Италию. Пострадала даже Испания, не знавшая финансового горя более полувека. Еще там 3-4 года назад население в целом жило и ощущало себя частью золотого миллиарда. А сейчас вот получилось так, что это население вообще-то в значительной мере, так сказать, элите не нужно. И поэтому получается так, что золотой миллиард съезлился до совокупности элит всех стран. Эту новейшую и совсем тонкую прослойку стали называть «платиновым миллионом». Есть в ней и россияне. Их фамилии всем известны. Этим людям завидуют, их деньги считают, но мало кто догадывается об истинном состоянии их финансовых дел. Мы видим формальный список Forbes России самых богатых людей. Значит, одни и те же имена в нефтегазовом, металлургическом комплексе. Но ведь возникает вопрос, а они ли реальные собственники этого всего бизнеса, этого капитала? Каково будущее российской экономики? Неужели окончательно перейти на обслуживание нефтяной трубы для Запада? Иначе говоря, все складывается именно так, как вроде бы и говорила Маргарет Тэтчер. По одному из предполагаемых проектов, в России к 2020 году якобы запланировано снизить численность населения до 50 миллионов человек. А население всей планеты едва ли не в 10 раз. Скажете, звучит фантастически. Но давайте послушаем экспертов. Ряд специалистов полагает, работа по сокращению населения и России, и всей планеты уже идет. И довольно успешно. Работают целые интеллектуальные центры, дискуссионные площадки, институты глобального уровня, пресса и так далее, которые распространяют всевозможного рода идеи, средства, методы сокращения рождаемости в развитых странах. Приветствуются всякого рода крупные эпидемии, региональные войны, которые должны уничтожать это избыточное население. Очередной конфликт, очередной неизлечимый вирус, очередной модный тренд. Случайности или правильные вбросы? Например, там тема усыновления детей наполыми семьями. Да? Но, опять же, повторяю, большого ума не надо, чтобы понять, что по большому счету сама легализация этих однополых браков ведет к тому, что детей будет становиться как раз меньше. Наверняка кто-то не захочет жертвовать собой ради процветания платинового миллиона. Но что делать, если выбора просто не останется? Мы приближаемся к удивительной эре, когда электроника, она пронижит все и вся, когда компьютерные сети свяжут все наши данные, и мы можем получить эру глобального фашизма, где контроль может стать тотальным, абсолютно прямым. Впрочем, немало и тех, кто считает, не стоит сгущать краски. Все-таки концепция золотого миллиарда один раз себя уже не оправдала. Потому что в этой теории совершенно не был заложен такой параметр, как производительность труда. А производительность труда с тех пор выросла, так сказать, многократно, и на меньших ресурсах можно обеспечить стало большее количество людей пищей и энергией, и теплом и так далее. После 2020 года о золотом миллиарде можно будет забыть, поскольку в этот самый золотой миллиард попадут все, ну, к тому времени примерно 8 миллиардов человек. И ресурсов нашей Земли хватит еще на то, чтобы население выросло раза в 2-3 после этого. Может быть, для сторонников теории заговора это действительно слишком оптимистичный сценарий.
Но разве не вера в лучшее всегда помогала человечеству выжить? Получается, что золотого миллиарда сейчас просто нет. Зато есть информация, которую нельзя игнорировать. Примерно год назад эксперты ЦРУ опубликовали аналитический доклад под названием «Развитие мира до 2030 года». Они считают, что меньше чем через 20 лет население России сократится на 10 миллионов человек. Это, конечно, не те цифры, о которых говорила Маргарет Тэтчер, но они вполне красноречивы. Нас становится меньше. А не этого ли всегда добивались наши враги?